хотели начать новую рубрику «Пироги по пятницам». Так как сегодня пятница, а Леночка нам уже 10 лет по пятницам печет пироги. Но у нас произошел инцидент. Вот, сынок, расскажи людям, что у нас получилось. Он сам не в курсе, говорит, лунное затмение. Вот. Но тем не менее, пирог-то попробовать надо. Даже губа не болит, я так понимаю, да? Иди, Нефёдочка. Нефёда, иди. Я в коробку тебе не понесу. Хочешь пирог? Выйди. Иди, Нефёдочка. Это бабе твоей. Все. Вот. В этот раз у нас вот такой пирог, не знаю, что там, но очень вкусно. Так что всем привет. Все. А это мне. Все. Всем привет.